Бархат, отец Амура, и Орали – это два тигренка, которые родились в зоосаде, и до взрослого возраста их содержали вместе. И когда, значит, у Орали началось половое созревание, так как они брат с сестрой, их пришлось разъединить в разные вольеры. И несмотря на то, что тигры – животные одиночные, они очень переживали, очень страдали, они очень, вольеры были рядом, но тем не менее животным хотелось находиться вместе, хотелось находиться рядом. Поэтому у амура вполне может быть еще вот не утеряна вот эта вот генетическая тяга кого-то иметь рядом.